候鸟飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人。候鸟和森林约定，勇敢的回应，然后我的世界也变轻，我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。 两个人的期待，像梦一样精彩。候鸟循着光而来，森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。Ты точно не перенапрягаешься? Если плохо себя чувствуешь, давай не будем далеко уходить. Никогда не говори, что мужчине что-то не по силам. Постой. Твоя пуговица. Как ты смог сам ее застегнуть? Я же руку травмировал, а не ладонь. Стоп, я не это хотела спросить. Признавайся, ты же не сбежал из больницы? Доктор меня выписал. Ты уверен? Но сможешь ли ты заботиться о себе с одной рукой? Не смогу. Тогда зачем ты выписался? Поэтому я и пришел к тебе. Проголодалась? Бабуль, я уже наелась. Ты каждый день тяжело работаешь, но при этом мало ешь. Не будет хватать сахара в крови, в обморок упадешь. Думаю, погода слишком душная, поэтому нет аппетита. Можешь убрать все это в холодильник? Я поем, когда вернусь. Оставь, я сама уберу. Тогда я пойду. Приходи пораньше, хорошо? Я приготовлю вкусный ужин, хорошо? Ты все еще не решила? Ну, да. Да вообще-то мне нечего над этим долго думать. Ты же получил травму из-за меня. Поэтому, когда тебе нужна помощь, я не должна тебе отказывать. Только вот сегодня так не кстати совпало, что у меня назначена встреча. Встреча? Со студентами? Да. С одногруппниками. Нас просто свела судьба. В группе на занятиях не так легко подружиться. Поэтому мы и должны почаще собираться за едой, чтобы сблизиться, верно? Посмотри, сколько пальцев. Один. И какая фраза со словом «один» приходит тебе на ум? Один раз холодное сердце, теперь наполнилось чувством бесконечной любви. Еще можно сказать, один раз не согласившись, лучше разойтись и встретиться попозже. А я как раз подумал, уж больно знакомая спина. А это вы, профессор Чжуан? Ладно, признаюсь, я договорилась пообедать с Сяо Лю. Хочешь пойти с нами? Профессор Джоан, только не делайте такое лицо. Сестренка Мэйжэнь взрослая девушка, она свободна сама решать, с кем обедать. Не так ли? Клянусь, я просто не знала, что тебя так рано выпишут из больницы. Мы с ним давно договорились пообедать, и так получилось. Ты сказала, вас судьба свела? Ну, не прямо-таки судьба. Да? И вам нужно сблизиться? Нет, это нам точно не нужно. Нет, еще больше сблизиться нам не нужно. Спокойно, я справлюсь. Ладно, поедим все вместе. Пошли. Не нужно. У меня назначена встреча. Какая встреча? Ты же сам сейчас звал меня обедать. Наверняка он просто забыл, тем более наш профессор Джоан очень популярен. Ему несложно найти компанию. Как-никак у него есть... Старина Ли. Ты чего? Я заждался тебя, мы же договорились вместе пообедать. Пообедать? Но ты сказал, что у тебя... Да, это был план сходить с тобой в закусочную, идем. А ты сможешь есть одной рукой? Ведь та закусочная у ворот... Давно. Закрылась. Ну да, закрылись, когда тебя положили в больницу. А почему не сказал? А ты мне не дал и слова вставить. Руку чуть не вывернул, пока тащил. И это еще я, оказывается, во всем виноват. Ладно тебе. Я знаю хороший новый ресторан, тебе там понравится. Ну, пойдем, давай, пошли отсюда. Как меня сюда занесло? Прости, сестренка. Ничего. Я не специально сюда пришла. Это просто по пути. Раз уж я здесь, попью хоть водички. Тянь-тянь! Тянь-тянь! Ты здесь? Тянь-тянь! Тянь-тянь, понимаю. Ты не хочешь меня видеть. Я сам в этом виноват. Я хочу с тобой правильных отношений. Хочу делать тебя счастливой. Но каждый раз это плохо кончается. Я вновь и вновь тебя расстраиваю. Наверное, это моя привычка. Я ведь люблю подстраивать так, чтобы все шло как мне надо. Только я не учел, что это может не понравиться тебе. Это моя ошибка. Прости. После приезда в деревню Циншуй я был очень счастлив. Хотя ты постоянно меня отталкивала. Стоило только увидеть тебя снова, стоящую передо мной. Это то желанное чувство, о котором я даже не мог мечтать. Мне этого сполна хватает. Думаю, ты давно уже от меня устала. И теперь мне правда пора отступить. Я просто беспокоюсь, что если уйду, о тебе будет некому позаботиться. А возможно, без меня ты станешь счастливее. Тянь-тянь. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. А если не встретимся, просто забудь обо мне. Цзиньси, ты кем себя возомнил? Думаешь, можешь приходить и уходить, когда захочется? Пожалуйста, уходи. Это я ошибалась. Еще когда ты исчез в первый раз, я должна была от этого избавиться. Сказать честно, я хотела бы никогда больше с тобой не встречаться. Проваливай! Твоя нога! Сначала дай мне объяснить. Это я... У меня поставлен киберпротез последней модели. Он полностью облегает всю мою ногу. С ним теперь я смогу снова быстро бегать. Ты меня обманул! Не плачь. Но не плачь. Когда это случилось? Это я все испортил. Когда Тянь-Тянь станет легче, я вернусь. А сейчас я ухожу. Ладно, я понял. Устройте все так, как я сказал. Да, хорошо. Я пролежал в больнице несколько месяцев. И еще полгода проходил реабилитацию. Но сейчас уже как новенький, очень быстро могу ходить. Почему ты сразу мне не сказал? Зачем о таком пустяке говорить? Тем более, ты меня знаешь. Я человек очень гордый. Если бы все знали, это бы легко меня... Я не хотел давить на тебя жалостью. Да. Я думал о том, что так мы можем быстро помириться. Но я хотел, чтобы ты простила меня от всего сердца, а не из жалости. Ты потерял ногу. Зачем тогда так тяжело работал? Да какой это тяжелый труд. Я на реабилитации больше уставал. Тебе, наверное, тогда было очень больно. Зато теперь не больно, вообще ничего не чувствую. Ну хватит, не плачь. Это же крутая штука, я как железный человек. Я прекрасно могу о себе заботиться и не буду тебе обузой. Что за глупости ты говоришь? Разве меня это волнует? Значит, ты поэтому не пришел в тот день? Протез немного съехал, и я ездил его зафиксировать. Сейчас все отлично, как родной сидит. Ничего больше не говори. Я с самого начала встречалась с тобой не из жалости. Ты мне понравился как человек. А твой новый ассистент хорошо фотки фотошопит. Даже Юй Мэйжэнь можно сделать красоткой. Меня не надо так много фотошопить. Ты тут сделала правильный выбор. Но вот до былой славы Юй Мэйжэнь тебе еще очень долго идти. По факту, ты сейчас заняла место, которое она оставила. Она? Какое еще место? Она была рекламным лицом Иламеи Кьеня. И после Юй Мэйжэнь эти бренды не сотрудничали больше с интернет-звездами. Разве это не из-за ее грязных трюков, которые испортили мнение об интернет-звездах? Конечно, они не хотели. Тем более, это всего-то лами. Что в них особенного? Вот если бы это был контракт с Джентао, это можно было бы считать заслугой. Достаточно. Юй Мэйжэнь уже ушла, какой смысл это говорить? Однако тут появилась одна вакансия в администрации лами по региону Большого Китая. Я знаком с новым директором по пиару. Он мне рассказал, что когда Лами сотрудничал с Джоан Юем для продвижения бренда, эффект был хороший. Так что администрация хотела бы это повторить. Если сейчас ты сможешь уговорить Джоан Юя, то статус рекламного лица бренда упадет сам тебе в руки. Президент Джао, я понимаю, что не должна отказываться от такого предложения, Сяджи, однако... То, что смогла сделать Юй Мэйжэнь, тебе тоже по силам, я уверен. Ну как тебе? Неплохо? Очень здоровое место. Скажи, да? Овощи для здоровья так полезны. И столько животных спасается таким принципом. Мы-то с тобой ботаники. Ты что, с вегетарианкой встречаешься? Как ты понял? Мясо и отношения – это главные заботы твоей жизни. Раз от мяса ты отказался, вариант только один. Как и ожидалось, ты меня знаешь. Но, что скажешь, хоть и не мясо, но тоже вкусно, да? Это место намного лучше столовки, в которой сейчас обедают Сяо Юй и Сяо Лю. Очень вкусно. Я тебя с этим не сильно побеспокоила. Сестренка Мэйжэнь, раз уж ты меня о чем-то попросила, я с тобой готов пойти хоть через огонь и воду. Будет так тяжело? Нет, я просто так сказал, это не будет так сложно. Без проблем, я поспрашиваю знакомых. Стой, о чем это я говорю? Прости, мой прокол. За обед платишь ты. Почему? Я коплю деньги тебе на свадьбу. Куда ты так торопишься? Рано для этого. Ты такой стих слышал? Однажды время начинает замедляться. И машина, и лошадь, и письма, все они идут медленней. Потому что жизнь посвящается любви к одному человеку. А можно сразу к сути? Короче, нельзя тут торопиться. Продолжай. В общем, если коротко, моей девушке нравится моя терпеливость и мой спокойный характер. Она сказала, что со мной чувствует себя в безопасности. А не боишься, что ее уведут? Что за бред? Тем более настоящая любовь не поддастся третьему лишнему. Кстати, у меня тут еще много мудрости записано. Думаю, к ситуации подходит. Сейчас зачитаю. Вот тут. Золотые правила отношений, нужные навыки общения. Нельзя говорить «мне все равно». Скажи «сделаем, как ты скажешь». Не говори «ты не поняла». Скажи «я понятно объяснил». Не говори просто «я попробую», скажи «я постараюсь». И еще. Не говори «я не могу». Скажи «хорошо, я научусь». Ты не веришь, но это правда работает. А если она спросит «полюбишь ли ты другую?» Что ответишь? Фигня, отвечу, что не полюблю. Странно. Раньше эта схема работала. Ой, проехали. В общем, важно внимание к деталям. Общение – это одно дело. Также надо учитывать, как воспринимает ситуацию она. Нужно ставить себя на ее место и представлять себя в ее положении. В общем, эту кладезь премудрости я тебе великодушно одолжу. Проштудирую ее. Ой, точно. Есть еще кое-что важное. Тебе серьезно нужно следить за ее настроением. Тогда ты сможешь правильно решить, как действовать. Ну, например, когда ей одиноко, ты должен о ней заботиться. А когда она раздражена, тебе лучше промолчать. Тебе нужно понимать, о чем она думает. Постарайся поставить себя на ее место. Представь себя в ее положении. Как лучше всего можно привлечь финансирование и внимание к проблеме защиты диких птиц? Не говори «я не могу». Скажи «хорошо, я научусь». Не говори «я не хочу». Скажи «ты этого хочешь?» За вас говорит ваше тело. Не говори «я попробую», а скажи «я постараюсь». Она сейчас хочет побыть одна? Ты поел? Рука не болит? Все в порядке, а ты как? Неужели с директором Ли заболтался? Нет, это вряд ли. Никогда не говори, что мужчине что-то не по силам. Ты говорил, у тебя план. Да, план поесть с тобой в закусочной. Пошли. А ты сможешь есть одной рукой? Что я наделала? Я задела его эго на людях. У него же левая рука травмирована. Он пытается доказать свою самостоятельность. Тебе не нужно. У У него эго вселенского масштаба. Зачем так на себя давить? Ну все, он точно разозлился. Твоя рука в порядке? Ты пол вымыл? Так сильно разозлился. Но с чего бы? Если тебе нечего сказать, я пойду выкину мусор. Не надо! Твоя рука. Я знаю, ты пытаешься показать, что сам справишься, но все-таки твоя рука травмирована. Я готова тебе помочь. На улыбающуюся девушку невозможно разозлиться. Раз я выношу твой мусор, изволь улыбнуться в ответ. Я хочу что-то доказать. Отношусь легкомысленно. Она что, поняла? Чжуан Юй! Ты в порядке, Чжуан Юй? Помогите! Консервированные помидоры? Ну и славно. Эти помидоры, можно сказать, вас спасли. Так что рука не смогла сильно пострадать. Однако, хоть рана несерьезная, лучше перестраховаться. На всякий случай. Я не думаю, что мне это нужно. Ранение легкое, но игнорировать его нельзя. Царапина довольно длинная и глубокая. Если вдруг туда попадет инфекция, последствия могут быть серьезны. Я дам вам направление на прививку от столбняка. Пока вы не ушли, запомните вот что. Хоть у вас легкий вывих руки, но когда вернетесь домой, не напрягайте ее на занятиях спортом. Спасибо. И по поводу головы. Это просто царапина. Ничего особенного. Все же я советую сходить на полное обследование, чтобы исключить вероятность сотрясения мозга. Да-да. Посади его в коляску. Есть родственники Чжуан Юя? Доктор, как он? В нашей больнице недостаточно оборудования. Мы смогли оказать ему лишь срочную помощь. Я советую сходить вам в большую больницу и провести обследование. А вы жена Чжуан Юя? Мы не женаты. Нет, в смысле... Я все понял. Тогда я расскажу вам, как обрабатывать его рану. Не забывайте перебинтовывать каждые 3 дня. Открывай! Открой дверь! Чжуан Юй! Я хотел взять... Я понимаю, понимаю. Но если ты не прекратишь пытаться мне что-то доказать, боюсь, хуже будет только тебе. Бесполезно пытаться себя пересилить. Правда ведь всегда выходит наружу. А как ты вошла? Я услышала, как что-то упало. Испугалась, что с тобой что-то случилось, поэтому решила заглянуть. А ты пароль не поменял. Ты что, против? Я боюсь, что ты увидишь то, что не должна видеть. Что это? А, это Я сходила в аптеку и кое-что купила для перевязки. С моей рукой все в порядке. Даже если ты отмалчиваешься, я все знаю. Я же сейчас видела. Пока ты ел, у тебя повязка развязалась, правда? И тебе неловко просить других перевязать. Ты же привык к самостоятельности. Думаю, дело даже не в неловкости. Ты не привык обращаться за помощью, правда? Да. Я так и знала. Тебе даже консервную банку в руки сложно взять. Ничего, не нужно себя заставлять. Ты можешь попросить тебе помочь. Я ходила в аптеку и купила лекарства. Сейчас я тебя перебинтую. Ты ведь этот узел сам завязывал, да? Что такое? Не думаю, что так будет правильно. Прости. Я поняла. Постой. Я не это имел в виду. Дырявая моя голова. Я забыла помыть руки. Как можно бинтовать с грязными руками? Не с места, сиди там. Я знаю, где ванная. О чем задумалась? Теперь хочешь мне ее отдать? Какой в этом вообще смысл? Я и так ее для тебя написала. Значит, ты окончательно меня простила? Продолжишь в том же духе, я тебя точно не прощу. Конечно нет, расписка теперь у меня, и ты не сбежишь. Как ребенок. Жаль только, что расписка на прощение одна. Клянусь, другого повода не будет. Так-то лучше. Ну что такое? Почему у тебя такое грустное лицо? Давай тогда так, будешь ругать и бить меня, пока это не сделает тебя счастливой. Дело не в этом. Мне просто немного жалко. Жаль чего? Жаль времени, которое мы потеряли. Нужно было просто нормально поговорить и прояснить все недоразумения. Однако наши отношения распались. Это же я виноват. И ты даже не отрицаешь это. Потому что ты был виноват. Без конца меня обманывал. Иногда у меня не было другого выбора. Готово. Время уже позднее, мне пора спать. Неужели ты днем собрался спать? У тебя что, режим как у ребенка? Что ты делаешь? Не бойся. Я не сделаю тебе больно. О чем ты говоришь? Я же сейчас не сделал тебе больно. Ты про то, как мы упали? А ты что подумала? Давай перебинтуем. Давай. Что? Что ты делаешь? Естественно, мне надо раздеться. Ты не знала? Я знала. Или ты хочешь помочь мне раздеться? Сам переодевайся и сам бинтуй. У тебя на лице ни капли раскаяния. Как ты так замял все свое вранье? Я ничего не замял. Просто у меня не было хорошей возможности сказать правду. Эта правда должна была либо разозлить, либо расстроить. Я этого не боюсь. Когда я смотрела дорамы, там часто повторялся сюжет, когда смертельно больной главный герой не хотел ничего рассказывать героине, поэтому он с ней расставался. Это полный идиотизм. Почему? А тебе не кажется, что это очень глупо? Когда герой в итоге остается один в своих страданиях и харкает кровью, полная хрена. Следи за словами. В общем, проблема из ничего. Если они по-настоящему любят друг друга, то почему не могут честно поговорить? И если бы девушка после этого решила оставить героя, жалеть хотя бы было бы не о чем. А когда он харкает кровью, а она ничего об этом не знает, все остаются несчастны и всем больно. Разве такое зрелище не по-дурацки выглядит? Кажется, у тебя много разных выводов по поводу дорам. Я же про тебя это говорю. Ну почему ты делаешь это на примере дорам? А что? Получается, если это мнение обо мне, я тогда для тебя... Ты только не обольщайся. Если продолжишь, то я... Я тебе обещаю. Я изменю в себе то, что тебе не нравится. И постараюсь исполнить то, что ты хочешь. Обещаю больше тебе не врать и не обманывать. Я не буду ничего скрывать. И еще рассказывай обо всем, что собираешься сделать. Хорошо. Я собираюсь тебя поцеловать. Что за... Ты же просила обо всем тебя предупреждать. Сейчас поцелую. Ничего не слышу, ничего. О чем задумалась? Ни о чем. Все равно плохо завязал. Здесь нельзя обойтись простым рыбацким узлом. Не знаю, правда, устроит ли тебя такой. Но я научусь так же завязывать. Хорошо, что ты доволен. Раз это все, я пойду. А! Что? Что такое? Но стол немного грязный, можешь его протереть? И как его понимать? Только что был самостоятельным, а теперь поручение раздает. Стол вообще-то чистый. Но там под столом немного грязно. Я поняла. Он это специально, точно, мстит в ответ на мои слова о том, что он не в порядке. Какой мелочный. Извини, но я сегодня очень занята. Завтра приду и протру. Откуда только так подуло? Ты даже птиц рисовать умеешь. Но рисунков немного. Можешь мне отдать права на эти иллюстрации? А зачем они тебе? После возвращения из Байюаня я думала, каким способом лучше всего заинтересовать общественность в защите диких птиц и как найти финансирование на их защиту. Поэтому эти несколько дней я связывалась с разными клиентами, чтобы заручиться их поддержкой. Только мне никто не ответил, и меня это очень беспокоит. А с этими рисунками я могу сделать разную продукцию. Календари, ежедневники, эко-шопперы, шляпки и толстовки. И всю прибыль можно пожертвовать прямо в заповеднике. Вообще, мне уже предлагали такие варианты, но меня волновал вопрос авторских прав. Это Людянь? Ты про это говорила с ним за обедом? Вот опять. Ты там образцы смотри, не запачкай. Спасибо, но я уже в маске. Все нормально. Ладно тебе. Иди со своей простудой домой. Не хочу. Почему? Боишься, что мы украдем результаты твоих великих трудов? Мы знаем, как для тебя важно это исследование. Именно поэтому тебе нужно беречь себя. Уже год здесь, но все равно не разбираешься в правилах. Да ты-то у нас все знаешь, но все равно ошибаешься в электрофорезе. Чего? Хватит! Ника правильно говорит, в пустыне Алышань тебе будет еще сложнее. Я понимаю, что ты хочешь съездить на северо-запад, чтобы показать себя перед родителями. А я вот хочу остаться в Шанхае. Чтобы меня заметили другие. Я не думаю, что кто-то от тебя чего-то ждет. Мальчик, не будь так самоуверен. Если я решу поехать, у тебя не будет шанса. А я не думаю, что ты мне конкурент. Датси, ты слышал этот тон? Чего он хвастается? У молодежи должны быть амбиции. Ты на чьей стороне-то? А что ты споришь с ребенком? Ты изменился. Все, хватит глупости, я все тебе написал. Ладно, ты прощен. Все, я освободил место. А ты куда? Боб Френдли Зон. Боб Френдли Зон? А что это значит? А ты знаешь? Нет, нет. Мы с Сяо Лю просто так обедали. У нас был обычный разговор. Мы с ним не обсуждали охрану птиц. Значит, обсуждали другое? Ну, можно и так сказать. И что же? Алюминиевые садовые ножницы – отличный для вас выбор. Алюминиевые ножницы избавят вас от любых проблем. Thank you.